И утки. Утки, да? Да. Туда сейчас не пускают, потому что в прошлом году было извержение, погибли люди, была большая эвакуация людей, так что смотрим сверху только. А недавно совсем еще люди спускались к озеру и могли купаться в озере, спускаться, пройти мимо этого вулкана, а потом подниматься вон туда на верхушку. Но сейчас, к сожалению, этого невозможно сделать. Вот. Добро.